Друзья, всем привет! Данное видео будет не про автомобили, как большинство видео на моем канале. А в данном выпуске мы поговорим об одной очень интересной и актуальной на сегодняшний день профессии. Профессия связана с транспортом, с воздушным транспортом. Профессия бортпроводника гражданской авиации. А для тех, кто не знает, я сам отработал 5 лет в данной сфере бортпроводником гражданской авиации. Мой налет составляет примерно 2500 часов в воздухе. Но чтобы это видео не было субъективным моим мнением, сегодня для вас вещать мы будем вдвоем. Рядом со мной будет прекрасная, очаровательная девушка, стюардесса, бортпроводник гражданской авиации. И мы с ней в тандеме расскажем вам обо всех тонкостях, обо всех нюансах данной профессии. Расскажем, как стать бортпроводником гражданской авиации, какие есть плюсы, какие есть минусы в данной работе. Я планирую снять это видео самым вообще подробным инструктажом для тех, кто хочет узнать о профессии бортпроводника больше, потому что на сегодняшний день, сейчас у нас декабрь 2021 года, я посмотрел русскоязычный YouTube, и ни одного подробного видео о данной профессии я не нашел. Какие-то нарезки, небольшие видео, где в общих чертах про профессию рассказывают, да. Но чтобы глобально залезть, такого нет, и в этом видео мы это сделаем. Надеюсь, никого не обижу из коллег бортпроводников, сразу, из бывших коллег уже, но все равно. Сразу хочу сказать, что не хочу задеть какие-то конкретные авиакомпании в Российской Федерации. Все авиакомпании, в которых я работал, я не буду упоминать, я считаю это лишним. Буду говорить просто то, что я знаю, без конкретики, без упоминания кого-либо. Мы начинаем. Поехали. Всем привет. Как сказал Артём, я являюсь действующим бортпроводником гражданской авиации. И сегодня мы постараемся осветить интересные аспекты, которые касаются данной профессии. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали. И сразу хочу вам сказать, что данное видео я разобью по разделам. То есть, как это, в принципе, в работе у нас поэтапно проходит в работе бортпроводника. Также будет в этом видео несколько разделов. Будет раздел в конце данного видео «Ответы на вопросы». То есть, предварительно в своем Instagram я закидывал сторис, что я буду снимать данное видео. И у моих подписчиков были определенные вопросы, интересующие их в данной сфере. Они мне писали их. И сегодня, в конце этого видео, мы ответим на все вопросы, которые были мне написаны. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, как ты попал в данную сферу. То есть, это была для тебя работа мечты или мечта детства, как для многих девушек это именно бывает? Скажу честно, никогда данная профессия не была для меня какой-либо мечтой или профессией мечты. Но так, наверное, сложились обстоятельства в жизни, и частично можно, наверное, сказать, что я была связана как-то с самого детства с авиацией, потому что были близкие и родные люди, которые работали и работают там по сей день. Но честно скажу, что планы на жизнь у меня были другие абсолютно. И нежели пойти работать бортпроводником? Да, конечно. Скорее, это было спонтанное решение, и я абсолютно ни о чем не жалею. Я очень рада, это достойная профессия, достойное вложение, скажем так, своих финансовых средств на начальном этапе, вложение в свое развитие, в свою жизнь. Я очень рада. И сразу первый логический вытекающий вопрос – как стать бортпроводником? Но на него мы ответим в конце данного видео. Продолжаем. Пропустим этот вопрос. И давай вот расскажем уже непосредственно людям по данной профессии. Ты бортпроводник сейчас. Да. С чего начинается твой рабочий день? Если ты знаешь, что у тебя сегодня вылет, куда-то ты летишь, как проходит твой день? Расскажи. Моя подготовка к рейсу начинается с того, что я привожу свою форму в надлежащий вид.
форменную одежду, также привожу в порядок свой внешний вид. Мой макияж должен быть сдержанным, аккуратным. Также, что касается прически, особенно для девушек, это очень важный момент. Она должна быть аккуратной, опрятной, красивой. Также не забываем про гигиену, это тоже очень важный момент. Распущенные волосы допускаются? Абсолютно нет. Длинные волосы, по крайней мере, согласно инструкции бортпроводника, должны быть убраны, желательно, конечно, это в пучок. Ну, либо девочки, кто на что горазд, убирают волосы в косы. Хвост или нельзя хвост? Хвост нельзя, потому что касается волосы одежды, касаются одежды, да, и в принципе неубранные волосы, они могут попасть как в еду, да, пассажирам, неважно, коллегам, себе, это не очень приятный момент. Вот, и, собственно, собираю необходимые вещи, которые мне нужны для рейса, для командировки. Документы обязательно. Самое главное, наверное, что нужно с собой взять, это документы. И все, дорога в аэропорт. В общем, как мы поняли, собралась дома, привела в порядок форменную одежду, макияж, прическу. Да. Приезжаешь в аэропорт минимум за 2 часа. Да. Какие твои действия? Вот что ты делаешь эти 2 часа? Расскажи нам. На самом деле 2 часа это не так много, как кажется. Я думаю, что у тебя очень хорошо получится рассказать нашим зрителям, чем занимается бортпроводник 2 часа в аэропорту до рейса. Хорошо, возьму на себя эту ответственность. Повторюсь, все-таки опыт у меня есть в полетах. А, как уже сказала моя бывшая коллега, минимум за 2 часа мы приезжаем до вылета. Это зависит от того, куда и на чем мы летим. То есть, опять же, в каждой авиакомпании есть свои требования, свои регламенты, но 2-2,5, максимум 3 часа до вылета. Суть такова, в это время мы собираемся экипажем и проводим предполетный брифинг. А что это значит? Предполетный брифинг – это предполетная подготовка. Мы повторяем все знания аварийно-спасательного оборудования, конструкции самолета и так далее. Производим распределение обязанностей. То есть, какой бортпроводник за что сегодня в рейсе отвечает. А есть бортпроводник, который отвечает, например, за погрузку-выгрузку багажа ваших чемоданов, дорогие пассажиры. Вот. Есть бортпроводник, который отвечает за питание на борту, за то питание, которое мы будем кушать в воздухе. И если вот этот бортпроводник где-то накосячит, что-то неправильно примет, то это может проявиться только уже в рейсе, когда мы будем на высоте 10 тысяч метров, и нам никто не довезет, если не хватит. А такое бывает, и на это на самом деле дается очень мало времени, на прием питания. Я вам объясню конкретно. Допустим, у нас широкий фюзеляж, большой самолет, 500 посадочных мест, 500 кресел, 500 пассажиров примерно. Привозят 500 порций питания, 500 на каждого, плюс на экипаж отдельно. Плюс, если это дальний рейс, то раньше в дальнем рейсе мы кормили 2 раза. Соответственно, это 1000 порций питания на каждого человека. И у проводника, ответственного за питание, есть всего на это минут 10, чтобы сверить, что действительно привезли 1000 порций, а не 900, например, 90. Потому что если не будет 10 порций, просто значит кому-то не хватит этого. Что привезли в достаточном количестве воду, соки, чай, кофе, лимоны. То есть летать за питание лично я никогда не любил, потому что можно просто реально что-то упустить, и будешь виноватым ты, и будет это уже проявлено поздно. Это будет в воздухе, понятно. В общем, мы распределяем обязанности на брифинге, повторяем все аварийно-спасательное оборудование. После того, как старший бортпроводник распределил, кто за что летит, кто за что отвечает, мы идем и проходим врача. То есть предполетный медосмотр, скажем так. На нем врач смотрит на наше общее состояние, готовы ли мы лететь сегодня, уточняет у нас, сколько мы отдыхали, прошло ли минимальное время отдыха экипажа. Если у врача никаких вопросов не возникает, он нас допускает к вылету, и мы уже далее едем на самолет. Если же у врача какие-то возникают вопросы или подозрения в том, что данный человек, данный бортпроводник не готов сегодня выполнять рейс, то врач просто его отстраняет. Причин может быть несколько. Человек мог элементарно просто не выспаться, накопившаяся усталость, большой пульс и так далее.
Либо же человек может быть с похмельем после какого-то праздника, и тогда, я считаю, это правильно, его нужно отстранять. Потому что здесь, ну, он осознанно отдыхал, он осознанно выпивал, и он ставит под угрозу, ну, реально здоровье и жизнь пассажиров, за которых мы, даже бортпроводники, мы отвечаем также за жизни пассажиров при экстренных ситуациях каких-то. Чуть-чуть я, в общем, мне кажется, так, наверное, отходил от темы очень. Нет, нет. Извини, пожалуйста, перебью тебя. Мне кажется, Артём все правильно сказал, потому что самое главное – это безопасность. Бортпроводник обеспечивает безопасность. И все остальное, если человек не прошел врача, соответственно, мы говорим про бортпроводника, он может что-то забыть, он может быть невнимательным, и он может допустить оплошность, которая может повлечь за собой катастрофические последствия, в том числе не оказать помощь, например, не проверив какое-нибудь оборудование, аварийно-спасательное оборудование, и тем самым может повлечь за собой неприятные последствия. Да, в общем, в принципе, в здании, в терминале аэропорта действия бортпроводников на этом заканчиваются. Прошли брифинг, распределили обязанности, прошли врача, едем на самолет. Сейчас мы расскажем, что бортпроводник делает непосредственно по приезду на самолет, до приезда пассажиров. Но я хочу тебе сразу такой вопрос задать. Вот, я думаю, что многие люди, не связанные с авиацией, считают, что направление полетов всегда, ну, одно и то же у экипажа, что экипаж всегда один и тот же, что, вот, например, самолет, на котором вы летаете, всегда один и тот же. Вот расскажи мне, это так или нет? Точнее, не мне, я-то знаю, так это или нет. Расскажи об этом нашим зрителям. Дорогие зрители, раньше было на самом деле, было именно так, что бригады были сплоченные, и они могли летать данным коллективом даже по несколько лет. То есть это не просто мои какие-то выдумки, а это действительно факты, факты, основанные на реальных событиях. А направления, конечно, нет. То есть один и тот же экипаж не может постоянно летать в Краснодар или летать куда-нибудь в Доминикану. Ну, это, конечно, сумасшествие, на мой взгляд. Все-таки какая-никакая география у любой из авиакомпаний, берем мы российские или международные, мировые авиакомпании, она имеет место быть. То есть узкий фюзеляж или широкий, тут в зависимости от того, какие типы самолетов, на какие типы самолетов есть допуски у данного бортпроводника. И, пожалуйста, все. А экипаж? Сплоченными экипажами никто не летает. То есть экипаж может быть каждый рейс разный? Каждый рейс разный, да, все зависит от штата сотрудников. То есть это может быть 500 человек, 2000, и, скажем так, происходит некий микс между ними. Это не зависит от возраста, опыта и так далее. То есть все бортпроводники, которые находятся в штате авиакомпании, они являются действующими. Соответственно, их можно распределять под любые рейсы в зависимости от типа, которыми они владеют. Спасибо за такой развернутый ответ. Продолжаем наш рассказ. Один день из жизни бортпроводника. Мы прошли предполетную подготовку, прошли врача, приехали на самолет. Пассажиров еще нет. Что ты делаешь в это время на самолете? Чай пьешь? Очень хотелось бы, как обычно, но я предпочитаю кофе. Все-таки вернемся к вопросу. По приходу на борт самолета бортпроводники занимают свои места, согласно штатному расписанию, свои зоны ответственности и непосредственно проверяют необходимое оборудование в данных зонах. Все ли, скажем так, на месте, согласно расписанию, все ли в рабочем состоянии, все ли готово к полету. Готово к полету, да, и, что немаловажно, все ли надлежащего срока годности. Это касается огнетушителей, спасательных жилетов, а также баллона с кислородом. Потому что если наступит ситуация, что они будут нужны, и если они уже не в рабочем состоянии по причине того, что их срок эксплуатации истек, это будет большая проблема, и стоить она может несколько жизней просто людей. Вот и все. Поэтому бортпроводник перед вылетом обязан убедиться, что все оборудование в его зоне находится в рабочем, готовом состоянии.
Ну и далее начинается самое интересное. Мы вам рассказали предварительные организационные моменты. А далее приезжают пассажиры, приезжаете вы на борт. Происходит наш с вами первый контакт. Так называемый этап посадка пассажиров на борт. Расскажи, что делают бортпроводники в этот момент. На данном этапе бортпроводник проверяет посадочные талоны у пассажиров, встречает их. Посадочный талон – это билеты, вы их называете так. Да. Некоторые не понимают, когда у них спрашиваешь, ваш посадочный талон. А чего? Это билет. Посадочный талон – это билет. Для этого не обязательно показывать паспорт. Необходимо просто предъявить бортпроводнику посадочный талон. Для чего бортпроводник проверяет посадочный талон? Почему это необходимо? Необходимо это потому, что многие пассажиры зачастую улетали не туда, куда хотели, скажем так. То есть, например, человек летит в Краснодар, а прилетает, ну, не знаю, например, в Красноярск. Да, и... Планировал в шортах погулять, а гуляет в шубе. Да, и благополучно, например, на посадке, на снижении командир озвучивает, что, дамы и господа, наш самолет произвел посадку в прекрасном городе Красноярск. И пассажир не думает, какой Красноярск, если я летел в Краснодар, поэтому... Краснодарск. Краснодарск, да, поэтому убедительная просьба, будьте, пожалуйста, снисходительны. И по итогу человек прилетает не туда, куда он хотел, а такое может случиться почему? Потому что везде есть человеческий фактор, и человек в аэропорту на стойке уже вылета, который проверяет паспорт, посадочный талон, может просто элементарно не доглядеть. Сам пассажир может ошибиться, и поэтому, когда бортпроводники просят показать при входе в самолет посадочный талон, это, скажем так, необходимая мера, и вам нужно показать его без лишних каких-то возражений. Это занимает 5 секунд, вы идете дальше, присаживаетесь уже на свое кресло в самолете. Да, и пожалуйста, не говорите, что я знаю, где я сижу, я знаю, куда я лечу, как меня зовут. Это абсолютно неважная информация, ненужная для бортпроводника. Он проверяет определенные вещи, которые необходимы для его дальнейшей работы. И вот есть такой вопрос, который я тебе хотел задать, но я так понимаю, что частично, наверное, ты уже сейчас его имела в виду. Вот на данном этапе посадки и встречи пассажиров бывают ли какие-то, ну, неприятные ситуации, что раздражает на данном этапе? Есть какие-то факторы? Безусловно, есть. Ну, в первую очередь, наверное, это люди, которые заходят на борт самолета и элементарно не здороваются. Не знаю, с чем это связано, не берусь судить. Но, возможно, воспитание, возможно, нет настроения, возможно, еще что-то. Но мне кажется, это несложно. Второй момент. Будьте вежливыми, и проводники будут вежливыми с вами в течение рейса. А если вы изначально заходите на самолет, показываете какое-то свое неуважение, ну и потом просто вы также захотите попить воды, и бортпроводник не услышит. И понимайте, пожалуйста, что люди в форме здесь на работе, и у них есть определенные требования, опять же, к вам, к самому себе, к воздушному кодексу, и в то же время будьте просто добросовестными, спокойными пассажирами, и ваш полет пройдет на высшем уровне. Как Артем сказал, спросил, что меня раздражает. Раздражает то, что пассажиры пытаются, скажем так, на полку багажную, либо под кресло, либо на кресло, рядом с креслом, поставить все свои вещи, абсолютно все, которые они взяли с собой, которые, как логично было бы, сдать в багажный отсек, но, к сожалению, почему их пропустили, опять же, для меня очень большой вопрос, но люди решают разместить их таким образом. Это очень мешает на этапе встречи и размещения пассажиров, как пассажирам, которые размещаются соседям, так и бортпроводникам, потому что бортпроводники, как мы знаем, в течение всего рейса работают, и помогать, например, взрослому мужчине, что зачастую бывает с сумками, с тяжелыми, и пытаться их куда-то разместить как-то непонятно, это очень такой сложный момент. Ну и, конечно, самое неприятное, наверное, это то, что может быть на борту, ну, касаемо встречи, это пассажиры в состоянии алкогольного опьянения.
На мой взгляд, их необходимо сразу же дисквалифицировать, потому что им и бортпроводникам с ними будет очень тяжело на этапе всего полета. Не все люди, к сожалению, могут контролировать себя, контролировать свою агрессию и количество выпитого. Ну а как дисквалифицировать, если они же купили уже билет, деньги заплатили? Как это дисквалифицировать? Да, но есть определенные требования, определенные правила, что также и распитие запрещено на борту, также пассажира в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического, либо какого-либо еще, к сожалению, невозможно допустить. К сожалению или к счастью, я думаю, к счастью. К счастью, да, безусловно, потому что такой пассажир, я уверена на 90%, что доставит определенные. Проще снять одного человека, если он пошел пьяный еще на земле, чем потом из-за этого одного человека будут просто страдать большинство пассажиров, будет страдать экипаж, то есть он будет доставлять проблем всем. Это уже пройденный этап. У меня много раз было такое. Я думаю, у моей коллеги тоже. То есть мы научены этим, что если человек приходит пьяный, и мы это сразу видим, то проще его было всегда отстранить от полета. У нас есть для этого все полномочия, нежели лететь с ним и потом выслушивать его какие-то припадки. Например, если мы летим 10-12 часов, да, зачем оно нам? И опять же, всегда можно сделать посадку где угодно и снять пассажира, если будут на то весомые причины. Опять-таки, за его счет. Да, так что ведите себя нормально. Не балуйтесь. Продолжаем. Мы разместили всех пассажиров по их креслам, согласно посадочным талонам. Вот. У нас идет этап подготовки к взлету. То есть старший бортпроводник читает какую-то информацию, там, демонстрация аварийно-спасательного оборудования. И что вот во время демонстрации? Я знаю, что бесит во время демонстрации. Я хочу, чтобы ты тоже озвучила. Да, есть определенный этап. Во время демонстрации аварийно-спасательного оборудования, когда мы показываем непосредственно маски, жилеты, где находятся, также выходы аварийные, где они расположены, к какому выходу вам необходимо будет направиться в случае аварийной ситуации. Также инструкция, на которой все написано, где что лежит, как нужно действовать, куда смотреть, кого слушать и так далее. Все это бортпроводник объясняет на этапе подготовки к полету. И скорее то, что раздражает бортпроводника на данном этапе, это когда пассажиры снимают на мобильный телефон, как-то передразнивают, издеваются простым языком, насколько я это чувствую, вижу ежедневно. Мне кажется, что людям не хватает воспитания, серьезности, потому что в случае, скорее, аварийной ситуации бортпроводник для него будет, наверное, одним из тех людей, кому бы он вынужденно обратился. Хорошо, мы продемонстрировали аварийно-спасательное оборудование, сказали людям, куда бежать, в какую дверь, что надевать, как дышать кислородом. Далее, твои действия, что ты делаешь? Далее мои действия, когда я проконтролировала, что все пассажиры пристегнуты, непосредственно все их вещи убраны. Убраны почему, объясню. Необходимо на время взлета и посадки, это два очень важных, самых важных этапа всего полета, вещи должны быть убраны под впереди стоящее кресло, либо также на багажную полку. Место, в принципе, можно всегда найти, поэтому, пожалуйста, если у вас очень большие сумки, сдавайте их в багажное отделение, чтобы не было потом проблем на этапе размещения и подготовки к взлету. А связано это с тем, что проходы должны быть пустыми. Все вещи должны быть убраны с проходов. Почему? Потому что, как сказала моя коллега, взлет и посадка – это самые опасные фазы полета, и может возникнуть какая-нибудь экстренная ситуация, где потребуется эвакуация. И если будут лежать сумки в проходе, то будет намного сложнее просто преодолеть, скажем так, расстояние до аварийного. Если будет возгорание или пожар, как это было не так давно в Москве, просто не все люди смогут успеть
реально спастись из-за ваших сумок. То есть кто-то заберет с собой портфель, а кто-то оставит там свою жизнь. Это важно, это кажется, что это быстро, там сумку взять, но когда это 100, 200, 500 человек, каждый будет брать свою сумку, это драгоценное время. Поэтому нужно убрать их с проходов, либо на полку, либо, либо под сиденье впереди стоящего кресла. Твои действия как бортпроводник, а? Пристегнула, проверила, вещей нету. Что делаем далее? Мои действия как бортпроводника после того, как я проверила, пристегнулись ли пассажиры, все ли сумки убраны и все ли готово для взлета непосредственно. Я занимаю свое место согласно штатному расписанию, пристегиваюсь и ждем дальнейших команд. Такой вопрос. Почему нужно отключать телефоны? Я думаю, многих вопрос интересует. Особенно людей, кто не связан с авиацией. Это как-то мешает или почему? Телефон необходимо не выключать, а переводить в авиарежим. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы связь именно пилотов самолета с землей с диспетчерами не нарушалась, чтобы не было никаких помех. Все возможно, поэтому... Вероятность создания помех не такая большая, но все же она есть. И даже если она минимальна, нужно ее исключить полностью. Потому что телефон есть у каждого пассажира, у кого-то даже по два, по три может быть. И такое количество телефонов, если мы будем активно пользоваться во время там, набора высоты и снижения, мы можем создать определенные трудности для связи пилотов с землей, с диспетчерами. Давай расскажем далее. У нас идет набор высоты. И как долго нельзя вставать пассажирам? То есть, как долго они должны быть пристегнуты? И как им понять, что уже можно вставать, что мы набрали высоту? Когда непосредственно можно будет отстегнуть ремень безопасности и встать, воспользоваться, например, туалетной комнатой, либо же подойти к бортпроводникам, как-то обратиться, встать со своего места, пассажир поймет по табло, которое горит, либо же оно не горит, включено или не включено табло. Если табло застегнуть ремни и горит, необходимо оставаться на своих местах со застегнутыми ремнями безопасности, как и проговаривается нам в течение всего полета практически бортпроводником, который читает информацию. Когда табло застегнуть ремни погасло, то можно отстегнуть ремень и воспользоваться, пожалуйста, туалетной комнатой. Опять же, повторюсь, обратиться к бортпроводникам и сделать необходимые для себя вещи. Хорошо, табло отключили, мы набрали высоту, и наш самолет находится в горизонтальном полете, мы заняли эшелон. Расскажи про этапы работы уже на эшелоне, в горизонтальном полете, особенности какие-то, может быть, когда кормить будут, что покушать, любимый вопрос. Дайте плед пассажиров и так далее. Да, что касается горизонтального полета, мы поймем, что наступил горизонтальный полет, когда у нас отключится табло, соответственно, табло застегнут, ремни погаснет. Бортпроводник в это время будет подготавливать необходимое оборудование для того, чтобы раздать питание, обеспечить питанием пассажиров. Также необходим это плед, может быть, наушники, где они предусмотрены, в каких авиакомпаниях. Ну и, соответственно, начать обслуживание. Что подразумевает под собой обслуживание? То есть это напитки, еда, что это? На рейсах какой продолжительностью сейчас кормят или же не кормят? Ну, начнем с того, что с недавнего времени, ну, это приблизительно, может быть, несколько лет назад, не буду вдаваться в подробности, в российских авиакомпаниях питание было сокращено. То есть авиакомпании очень хорошо сэкономили, на мой взгляд, на питании пассажиров. То есть на рейсах, например, продолжительностью, ну, где как, опять же, не берусь утверждать, например, до 5 часов, до 6 или там до 3 часов питание не предоставляется. Предоставляется только вода без газа, ну и на этом все. Рейсы продолжительностью свыше 5, 6 и так далее, опять же, в зависимости от авиакомпании,
часов предоставляется горячее питание. Опять же, это будут изначально соки разнообразные, это вода, это горячее питание, чай, кофе. Продолжим наш с тобой интересный диалог. Подскажи, были ли какие-то у тебя внештатные ситуации в полете? Дебоширы, роды, медпомощь, либо, может быть, какие-то аварийные посадки? Поделись своим опытом. Что касается аварийных ситуаций, к счастью, не было. Вот. Что касается принятия родов, тоже. Дебоширы. Дебоширы на каждом рейсе, наверное, с вероятностью 90% они встречаются. Особенно если это дальние рейсы, рейс через океан. Это очень большая проблема для всех. Для пассажиров, для бортпроводников. Очень неприятные ситуации возникают. Что делаете с ними? Пытаемся как-то усмирить, успокоить словесно. Очень жаль, что бортпроводники, к сожалению, согласно Воздушному кодексу, многим прочим документам, не имеют права трогать пассажиров. Но, по-моему, вот прям совсем недавно какой-то указ подписали, что разрешено применять специальные средства для усмирения дебоширов. Буквально прям, мне кажется, месяц еще даже не прошел, как ввели этот указ. Я буду очень рада, если можно будет применять хоть какую-то силу, потому что, к сожалению, слов люди не понимают, и это вполне очевидно, потому что они находятся в таком состоянии, что им море по колено, и они не отдают отчет своим действиям, не зная меры. Также мы оказывали медицинскую помощь неоднократно, это тоже практически каждый полет происходит. Люди просят либо таблетку от головы, либо, например, от давления. Мы также меряем давление. В общем, да, оказываем помощь, но, опять же, помощь первичную. То есть мы не врачи, мы не имеем ни полномочий, ни образования оказывать людям какую-либо, ну, скажем так, помощь именно уже сложную. Укол можешь сделать? Ну, пассажиру? Нет. Почему? Не имею права. Ну, скажем так, я умею, и я бы, наверное, сделала просто. С удовольствием. Но, к сожалению, я могу быть даже уволена по статье, либо привлечена к ответственности административной, уголовной, я, к сожалению, не знаю. Но это очень серьезно. Угу. Но я думаю, что если бы стоял вопрос сохранить человеку жизнь, либо потерпеть увольнение, либо привлечение, наверное, я сохранила бы человеку жизнь. По крайней мере, попыталась. Ведь мы обеспечиваем безопасность, это в первую очередь, а не питание, кофе, чай. Поэтому я думаю, что я сделала бы все возможное, чтобы было бы в моих силах. Артём, расскажи нам, а у тебя были какие-либо интересные случаи? Я здесь соглашусь, что, к счастью, у меня не было никаких аварийных посадок. Но, скажу честно, спустя вот год на этой работе, когда я отработал всего лишь год, я понял, что эта работа становится для меня рутиной. Мне становится реально скучно. И были у моих коллег посадки с отказом двигателей. И, честно скажу, может, это какое-то ненормальное желание, но мне даже хотелось поучаствовать в какой-то такой заварушке, чтобы было тоже, что вспомнить спустя время. Естественно, хотелось выжить при этой ситуации, но хотелось получить этот опыт. К счастью, такого опыта не было, и, как бы, я считаю, это такое глупое желание оказаться... Да, глупое желание оказаться в какой-то аварийной ситуации, но это просто молодость, любопытство и так далее. Аварийных посадок не было, роды тоже я не принимал, медпомощь, довольно-таки часто. Очень многие люди боятся летать, и это реально прям большая проблема. То есть аэрофобы, держитесь и не бойтесь. Если уже вы сели в самолет, поймите, я думаю, вы это сами понимаете, что от вас уже здесь ничего не зависит. Просто доверьтесь пилотам, судьбе, и либо не летайте вообще, а летать и трястись — смысл. Легче от этого никому не станет. По поводу дебоширов тоже, да, много встречал. И, как ты уже сказала, иногда не хватало
полномочий, чтобы оказать какое-то влияние. Но лично мне и прям не попадались такие люди на рейсах, чтобы они очень открыто и явно шли со мной на конфликт. А, как я уже сказал, спустя год мне стало скучно, и я иногда сам уже, ну, хотел, жаждал. Нет, я не провоцировал ни в коем случае, но мне было интересно, как человек себя поведет, и хоть якобы нельзя там отвечать физической какой-то силой, даже если она применена. А я считаю, это очень неправильно, если человек применил пассажир к бортпроводнику какую-то физическую силу. У меня всегда была позиция, что, ну, я отвечу взаимностью. У меня был один интересный случай как раз на мой день рождения. Мы вылетали из одного российского города на курорт заграничный, скажем так. Пришел мужчина с семьей. Мужчина был просто в неадекватном состоянии. Мы его снимали с рейса. На входе стояли у нас девушки, стюардессы. Я стоял на других дверях, и я слышал, что просто там какая-то заварушка, а парней больше не было, по-моему, в экипаже. Вот, был один, но он был под самолетом, багаж принимал. И мне стало интересно, я думаю, так, что это там такое? Я подхожу, и я слышу, что просто он их поливает грязью, да. Они как бы ничего ему не могут сказать. Ну и в итоге я решил, что вот, это мой шанс. Тот самый момент. Тот самый момент, который я так долго ждал. Я на тот момент уже пролетал, наверное, года 3-4. А работа для меня становилась все более серой, скучной, однообразной и неинтересной. Я думал, ну вот сейчас хотя бы, тем более на свой день рождения, я отведу душу чуть-чуть. Вот, но там как раз сразу уже пришла полиция, принято было решение старшим бортпроводником, что мы снимаем этого пассажира. Пришла полиция, и как бы мы его просто, ну, скручивали прямо на трапе при входе в самолет. Он продолжал орать, нецензурную лексику высказывать, но ничего сделать он уже не мог. То есть мы его скрутили и оставили, а семья его полетела отдыхать. То есть бывает и так, поэтому не надо думать, что если вы купили там путевку, тур, то вы купили самолет, экипаж и весь отель. Нет. Всегда есть такие меры, которые могут быть к вам применены, и весь ваш отпуск просто пойдет на смарку. Да, поэтому все должно быть в пределах разумного. Двигаемся дальше. Мы уже поговорили по поводу горизонтального полета, по поводу интересных ситуаций. Подготовка к посадке. У нас будет скоро посадка. Что мы делаем на данном этапе полета? На этапе подготовки к посадке мы непосредственно так же, как и в самом начале, пристегиваем пассажиров. Также убираем все необходимые предметы, сумки под кресло впереди стоящие, либо же на полке. Также после того, как мы пристегнули пассажиров, все необходимые вещи убрали, бортпроводники занимают свои места согласно штатному расписанию и готовятся к посадке. Отлично, коснулись мы уже полосы, рулим на стоянку, вот только-только коснулись, еще несемся на большой скорости. Но я вот пассажир, и мне нужно уже срочно достать свою сумку и быстрее пройти к выходу. Я хочу первым выйти из самолета, я устал лететь вообще, хочу кислородом подышать. Когда можно вставать с кресел, когда можно открывать багажные полки, расскажи, пожалуйста. Вставать можно и открывать багажные полки только после выключения табло. Пристегните ремни. А это бывает после полной остановки самолета. Да, то есть даже когда мы тихонечко, казалось бы, катимся по перрону, нет. Поэтому не спешите вскакивать со своих кресел, не спешите доставать сумки. А в любом случае трап от этого раньше нам не подадут. Время будет достать сумки, одеться, переодеться. Более чем. Да, поэтому никогда не наводите эту лишнюю суету. Как узнать, то есть, что нам подадут сейчас? Так называемый рукав или подъездной трап. Я вот лечу из Египта, допустим, в шортах на улице. Ну, допустим, осень. И я как бы думаю, я сейчас по аэропорту в шортах добегу, в машину сяду. Не хочется мне переодеваться. И я вот спрашиваю у проводника, у нас будет рукав или подъездной трап? Ты мне можешь ответить на этот вопрос? К сожалению, бортпроводники не располагают данной информацией, будет ли у нас подъездной трап, либо так называемый рукав.
Поэтому будьте добры, позаботьтесь о себе заранее, зная, куда вы летите, какая там температура, посмотрите погоду. В общем, будьте во всеоружии, и, к сожалению, тут претензии никакие не работают, почему именно у нас подъездной трап, а не рукав, так называемый. К сожалению, это не зависит от бортпроводников, пилотов. Хорошо, все, мы приземлились, зарулили на стоянку и провожаем пассажиров. Да. То есть после вот проводов пассажиров, там всем мы сказали до свидания, что делают бортпроводники на самолете? Бортпроводники после высадки пассажиров досматривают салоны, наличие забытых вещей, на наличие посторонних вещей. Мы прилетели, досмотрели самолет, все хорошо, и если, например, у нас базовый аэропорт, то мы идем в брифинговую, проводим послеполетный брифинг бригадой, делаем так называемый разбор полетов, какие были ошибки, замечания или же все прошло классно. А на этом этапе старший бортпроводник обычно выставляет оценки в некоторых авиакомпаниях рядовым бортпроводникам. Как ты к этому относишься, ставят ли оценки у вас? Да, в нашей авиакомпании ставят оценки за работу бортпроводникам. Я считаю, что меня не сильно это оскорбляет, но мне кажется, в какой-то степени это унизительно, потому что все-таки мы все взрослые люди, и мы не в школе. Мы не нуждаемся в чьей-либо оценке наших знаний, нашей работы. Мы и так достаточно много времени тратим на обучение, на повышение квалификации, на прохождение всевозможных курсов. Это, мне кажется, этого более чем достаточно. Поэтому оценки, на мой взгляд, это несерьезно. Ну да, я разделяю здесь твое мнение, соглашусь с тобой. Хорошо, а если мы прилетаем не в базовый аэропорт, а куда-то, например, в командировку, то какие действия дальнейшего экипажа? Ну, я думаю, что об этом ты как раз-таки нашим зрителям и расскажешь. Я уверена, у тебя очень большой опыт и насыщенная жизнь в командировках, поэтому... Ну, давай. Хорошо, зрители, поехали. Если мы прилетаем в небазовый аэропорт, так называемая эстафета. То есть эстафета, я вкратце вам объясню, например, мы вылетели экипажем из Москвы в Таиланд. Из Таиланда мы можем полететь в Новосибирск, из Новосибирска мы можем полететь в Казань, из Казани мы можем полететь во Вьетнам, из Вьетнама там еще куда-нибудь в ЕКБ, например, и потом только в Москву. То есть это эстафета. Мы передаем самолет другой бригаде, меняемся бортами, сами идем отдыхать в отеле. Вот, и по поводу отдыха. Отдыха в отелях, куда бы мы ни прилетели. Есть такое понятие, например, как минимальное время отдыха. Оно составляет 10-12 часов. Это минимум, в зависимости от того, базовый аэропорт или не базовый, командировка, например. Но, скажу честно, это бывает очень мало, этого может не хватать, потому что 10-12 часов между посадкой и взлетом следующим. Но, как вы уже поняли, в аэропорт мы приезжаем за несколько часов до вылета. После посадки мы должны сдать самолет, мы должны проверить, мы должны доехать до отеля. И так случалось, что на сон остается там 3-4 часа, и ты летишь назад. Это реально тяжело, и я считаю, что не совсем правильно. Времяпрепровождение, да, в командировках, сколько мы можем находиться. Как я уже сказал, бывало, что это было 10-12 часов, чисто время на сон, а бывало, что и 10-12 дней. Например, можно было прилететь куда-нибудь в Латинскую Америку и находиться там вместе с пассажирами, которые прилетели с нами, все их время. И больше всего людей всегда раздражало, когда они назад приходили на самолет, видели снова нас, загорелыми уже такими, да, и они задавали нам всегда один вопрос. Типа, а вы что, тоже здесь были? Мы отвечали, что да, и они как? Видно, типа, была злость и зависть в их глазах. И некоторые люди даже задавали такой вопрос, типа, за наш счет? Да. Вот реально мне задавали такой вопрос, я говорю, нет, не за ваш счет. За ваш счет вы отдыхали, а я здесь был явно не за ваш счет. По работе, за счет авиакомпании. Да, то есть такая тоже позиция у многих людей, ну да ладно, все люди разные. В общем, да, мы могли сидеть в различных городах, в различных странах по много дней. И это определенно, наверное, самый жирный плюс этой работы. Потому что у тебя все включено в большинстве случаев. Тебе есть где жить, где спать, где загорать, купаться. И это, конечно, круто. То есть эта работа позволяет посмотреть мир, при этом не то чтобы не тратя свои деньги, а даже зарабатывая деньги.
Пусть не так много, как хотелось бы, например, мне, но все равно работа для молодого именно человека, там, для молодого парня, девушки, я считаю, далеко не самая плохая и интересная. А вот еще такой аспект я бы хотел осветить, не в обиду моим бывшим коллегам, вот как ведут себя, например, ну, бортпроводники или те же пилоты в командировках. Не будем никого обходить стороной. И, например, вот от себя, что бы я хотел рассказать, а это то, что, во-первых, все люди разные, да, кто-то приезжает в командировку и занимается спортом. Читает книги. Читает книги, плавает там в океане, ходит в спортзал, а кто-то просто безбожно бухает. Это касается и проводников, и пилотов, и бывало, что... Я видел лично сам, пилоты льют так, что ты думаешь, ребят, я что-то не хочу с вами лететь. Так я член экипажа, да, а, например, пассажиры, которые видят это дело, ну, я считаю, это прям реально перебор, и нужно держать себя в руках. Должна быть какая-то субординация, наверное, и, на мой взгляд, человек должен быть компетентным, потому что даже если он в командировке находится на море, это не значит, что он приехал сюда отдыхать. Это значит, что он на работе, но просто сейчас такое время, что он вынужден ждать. И ждать, к сожалению, в адекватных пределах умеют не все. То есть это касается бортпроводников в целом, то есть и мужчин, и женщин, что самое, скорее, страшное. Ну, как Артём сказал, все люди разные, поэтому... Да, кто-то проводит время с пользой, а кто-то использует все блага, скажем так, пользуется положением. Алкоголь, наркотики даже бывают. Поэтому, идя на эту работу, понимайте, что вы получаете и что вы можете также и потерять, где-то сделав лишний шаг. Поэтому думайте головой. Так, поехали дальше. А какие вот, например, есть издержки у данной профессии? Медкомиссии проходите ли вы, если да, то как часто, какие-нибудь там курсы повышения квалификации? Да, конечно, мы проходим медкомиссию каждые полгода и каждые 5 лет. Мы проходим так называемый полный ПЛЭК с полным перечнем, опять же, анализов всех врачей и каких-либо обследований. Да, и то, что сейчас это раз в 5 лет, как по мне, это вообще кайф, потому что раньше это было раз в 2 года, и полный ВЛЭК каждые 2 года проходить, конечно, такое себе. Много времени просто это очень занимает, курс повышения квалификации. Да, конечно, курсы повышения квалификации у нас каждые 2 года. В курсы повышения квалификации входят всевозможные различные тренинги по типам самолетов, то есть на те типы, которые есть допуски, соответственно, бортпроводник подтверждает, может ли он пользоваться данным типом самолета, владеть, скажем так, либо он не годен на этот тип. И курсы повышения квалификации, они как никто и ничто выявляют, может ли бортпроводник продолжать, скажем так, работать на данном типе самолета. Да, на них также мы отрабатываем, например, тушение пожаров, мы отрабатываем способы выживания на воде, то есть эвакуация, наплав средства. Спуск по трапу. Да, то есть все возможные экстренные ситуации отрабатываются всегда на этих КПК. Помимо КПК, который раз в 2 года, также у нас постоянно проверки по каждому типу воздушного судна. То есть, что это значит? Это уже внутри авиакомпании, со старшим по должности составом вы летите, и они устраивают тебе проверку. Проверяют твои знания, проверяют на практике, что ты умеешь, что не умеешь. И, то есть, каждый бортпроводник имеет типы на определенные воздушные судна. Соответственно, не любой бортпроводник может прийти в авиакомпанию и летать сразу на всех самолетах. Нет, нужно отучиться отдельно на каждый тип. Будь то, например, Boeing 737 или Boeing 777, Airbus 321, 330, Embraer, отечественная какая-то техника. На каждый тип нужно учиться.
И подтвердить эти знания. Обязательно. Да. Ну и такой, наверное, один из самых важных вопросов для тех, кто только хочет пойти по этому пути. Какая оплата труда? То есть сколько платят, сколько зарабатывают бортпроводники? Скажу так. На мой взгляд, да и на взгляд, скорее, моих коллег, данная работа недооценена. Недооценена и в финансовом плане, в том числе. Оплата труда составляет, ну, я думаю, от 40 до 120 тысяч рублей. 120, я думаю, это очень хороший месяц. Это месяц, когда вас, в принципе, не бывает дома. Вы где-то в командировках, либо же летаете каждые 10-12 часов. Это, поверьте, очень сложно. Мне кажется, что стоило бы платить больше. Не экономить на сотрудниках. Можно экономить на питании, на там, каком-либо качестве, но сотрудники, мне кажется, это, ну, наверное, самое главное. Потому что все-таки мы не официанты, мы занимаемся перевозкой и обеспечиваем все-таки безопасность пассажирам. И хотелось бы, чтобы пассажиры понимали, что это не ресторан. Самолет — это не ресторан, это средство передвижения, которое доставит вас из пункта А в пункт Б, и вы заплатили за полет. Вы не заплатили за питание, за плед, за, я не знаю, еще за что-либо, за сок, которого нет на борту или, в принципе, его не существует. То есть были нелепые ситуации. Перевозка себя любимого из пункта А в пункт Б и все остальное, поверьте, это опция. То, что авиакомпания может предложить вам, и то, что мы можем предложить вам, чем мы располагаем, то, соответственно, вам и достается. Пожалуйста, будьте терпимее, отнеситесь с пониманием к издержкам и к работе бортпроводников. Ты озвучила такие цифры, как 40 тысяч рублей, 120 тысяч рублей. От чего это зависит? Это зависит от часов налета. То есть месяц может быть у бортпроводника как 20 часов, так и 80, и, соответственно, зарплата будет разной. Его, например, есть такой месяц в году, как февраль, он считается мертвым месяцем, и, скорее всего, налет будет ниже среднего. А почему люди тогда держатся за эту работу и работают, не знаю, по 20, по 30 лет? То есть я лично знаю, кому уже за 50, и они летают все в той же должности, летают там обычными бортпроводниками, какими они летали и 30 лет назад. Мне кажется, это просто удобно. Это удобно, потому что даже, ну, представь, 50 лет, да, это может быть сложно по состоянию здоровья, как-то уже не так, как 20, легко все. Я думаю, это определенно сложно по состоянию здоровья. Да, но в то же время ты бываешь каждый 3-4 раза в месяц на море. Ты имеешь возможность привозить подарки, какую-то экзотику, скажем так, своим родным, близким, радовать их. Деньги, в принципе, которые получают бортпроводник, ну, в среднем для жизни такой простой, обычный, обыденный, я думаю, что вполне хватает людям. Ну, опять же, если они тут работают. То есть, и на мой взгляд, это еще страх, потому что проработав 30 или 20 лет в авиации, например, люди в свое время как-то побоялись куда-либо идти, чего-либо добиваться. Им реально было просто удобно быть в этой должности, по факту ни за что сильно не отвечать, то есть не брать на себя какую-то великую ответственность, то есть... Я думаю, что да, это просто удобно, и зная, что как бы часики тикают, и тебе уже там за 50, 45 и так далее, менять что-то в своей жизни для некоторых это очень переломный момент, и они боятся этих перемен. Поэтому, на мой взгляд, это как-то так. Это удобство и страх. Хорошо. Твое мнение, как бортпроводник может больше зарабатывать? Есть ли, ну, какой-то левак, скажем прямо? Опять же, за всех не отвечу, но... Например, как это делала я, как это делали мои коллеги, которых я хорошо знаю, близко. Привозили, скажем, из-за границы спиртные напитки местного происхождения. Привозили фрукты, привозили косметику.
привозили что-то необычное, экзотическое. Там, того, наверное, привозили то, что было бы в диковинку здесь у нас дома. Поэтому на этом можно неплохо заработать. И летая систематически, я уверена, что это принесло бы неплохой заработок. Это, ну, единственный способ, либо же есть какие-то еще? Я не знаю, все люди разные, кто во что горазд, но для меня, например, это был единственный заработок. Тогда, ты знаешь какой-то еще? Да, я добавлю от себя. Я знаю, что, например, в связи с тем, что убрали питание для пассажиров на многих рейсах, люди хотели кушать, люди были голодные, и самые предприимчивые проводники продавали просто свое питание им. Потому что на экипаж питание всегда загружается, и проводники отказывались от него, продавали пассажирам, зарабатывали хоть какие-то дополнительные деньги. Лично я никого не осуждаю за это, если человек готов отказаться, да, там, от своей порции покушать и продать ее, почему бы нет. Но это, конечно, уже идет вразрез с уставом компании. Потому что пассажир может предварительно заказать платное питание, и тогда он покушает в рейсе. А что еще? Я, например, знаю, что некоторые бортпроводники заполняли за деньги иммиграционные карты, когда мы летели в определенные страны. Там требовалось заполнить миграционные карты. И, например, человек либо просто не знает, либо не хочет, устал он. И часто люди сами обращались с просьбой, типа, а заполните нам. Ну и кто-то заполнял за деньги, кто-то просто так заполнял, кто-то отказывался заполнять. Почему бы нет? Если это не несет вреда никому, почему бы и нет? Ну да, в принципе, да. Просто нужно понимать, и это важно понимать, что бортпроводники готовы помочь, но зачастую пассажиров бывает 500 человек, бывает более 500 человек, и это очень сложно разорваться или всем заполнить миграционные карты. Согласно документам, это, в принципе, нереально. У нас недостаточно времени для этого, потому что есть основная работа. Проинформировать пассажиров, помочь, подсказать, да, но не в порядке обязательно. То есть бортпроводник не должен заполнять за вас миграционные карты. Как я слышала часто, что это ваша работа, почему вы перекладываете на нас это и так далее. Это не работа бортпроводников, это, ну, максимум может быть работа там, таможни, да, наземных служб. Опять же, я не уверен в этом точно. Пассажир обязан предоставить миграционную карту на границе. А кто будет заполнять, это как бы уже... Ну, забота каждого человека. Явно не экипаж должен этим заниматься. Какие изменения ты бы хотела внести в организацию работы бортпроводником? Или же, например, все тебя устраивает, или ты знаешь, что есть какие-то огрехи, минусы, на которые вот ты бы обратила внимание? На самом деле об этом, наверное, можно говорить бесконечно и выпускать вторую и третью серию нашего с тобой интервью, но мне кажется, что в первую очередь, как я уже говорила ранее, данная работа недооценена. Я бы, конечно, повысила ставку, повысила бы оплату труда бортпроводников, также улучшила условия в некоторых регионах, в некоторых странах, куда мы летаем, в командировках, где мы вынуждены оставаться, потому что условия бывают зачастую, ну, поверьте, в них не то что жить, в них находиться минут 5-10 очень неприятно и страшно. Это могут быть клопы, это могут быть всевозможные там, насекомые, в общем, антисанитария полная, там, сырость и так далее. Ну, поверьте, пребывать там неделю не очень приятно. Что бы я еще изменила, это из области фантастики, но я бы хотела, чтобы люди были учтивее и добрее друг к другу, потому что зачастую бывает сложно не с пассажирами, а с коллегами. Коллеги не хотят друг другу помогать, идти на уступки, как-то поддерживать друг друга. Ну, работая в одной бригаде, будучи одной командой, одним целым, пусть и на такой короткий период, очень даже как-то страшно, что ли, быть друг другу со всеми врагами, никем. Это неправильно. Что бы еще изменило? Изменило бы меры пресечения пассажиров. Ужесточило бы
контроль за распитием алкогольных напитков, за курением. Было бы хорошо, если бы питание вернулось. Наверное, пассажиры были бы более добрыми, что ли. Ну, пассажиры, да. Вот лично я со своей стороны скажу, ну, как тогда, да, я еще работал бортпроводником. Ну, я, честно, был рад, что убрали питание. То есть это меньше проблем экипажу, меньше работы экипажу. Да, как ну, бы, а деньги те же. Ну, а я смотрела на это с другой точки зрения, потому что если лететь, например, за океан, это более 10 часов, и нужно, ну, как мне казалось, лично для меня, быть постоянно чем-то, скажем так, занятой. Поэтому я лучше бы, наверное, работала и не выслушивала потом от каждого второго, что почему вы такие плохие, как будто это я виновата, что, к сожалению, не предоставили питание. Я любила работать и люблю, и мне нравится эта работа, и это круто. Просто хочется каких-то позитивных вибраций, изменений, не знаю. Хорошо, давай мы вернемся к тому вопросу, который мы обещали осветить в начале. Как стать бортпроводником? Как стать бортпроводником? Ну, во-первых, вам не нужно высшее образование. Бортпроводником может стать человек, достигший совершеннолетия 18-летнего возраста, пойти учиться в школу бортпроводников, таких достаточное количество, либо, например, обратиться в авиакомпанию, прислать резюме, либо просто прийти в офис, например, узнать, есть ли набор в авиакомпанию, и сказать, что я бы хотела или хотел у вас работать, но, к сожалению, не могу устроиться куда-либо учиться. Сколько это, стоит обучение в среднем? Обучение в среднем. И как долго длится? Обучение длится в основном от 3 месяца до полугода. Я думаю, на данный момент не менее 70 тысяч рублей. Ну, от 70, где-то так. Я думаю, не меньше. Помимо вот этих курсов что-то нужно еще? Помимо этих курсов необходимо пройти медкомиссию, необходимо пройти врачей. А медкомиссию любую или какой-то есть стандарт по этой медкомиссии? Да, конечно, есть стандарт, который устанавливается Росавиацией. То есть так называемый ВЛЭК? Да, это определенный перечень врачей, которые вы должны и в определенных медучреждениях. То есть вы не можете где попало пройти его. Есть перечень. Только там, только этих врачей, если вы всех проходите, вам выдают справку, что вы допущены к работе бортпроводником. И только после этого вы можете идти учиться. Потому что если ты не прошел ВЛЭК, то нет смысла тебе учиться, платить деньги за обучение без ВЛЭКа. Ты все равно не сможешь летать. Поэтому первоочередное – это пройти медкомиссию. Артем, я знаю, что ты уже несколько лет как ушел из авиации. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, почему ты ушел и с чем вообще это связано? Связано это с тем, что, как я уже говорил, проработав год, я понял, что я теряю интерес к этой работе. Да, есть свои плюсы, несомненно. Ты путешествуешь, смотришь мир, общаешься с новыми людьми, как с проводниками, так и с пассажирами. Очень большой поток людей мимо тебя проходит. Это интересно однозначно. Но я не видел для себя развития в данной работе. И развития как именно для мужчины. Типа я не понимал, что дальше. Есть определенная карьерная лестница. Ты можешь стать старшим бортпроводником, там бортпроводником-инструктором, начальником отделения и так далее. Но, мне кажется, прыгнуть выше инструктора – это уже прям тяжело. То есть должны быть определенные связи. И я не хотел, наверное, всю свою жизнь связывать с авиацией. То есть основное, почему я понял, что я буду уходить – это отсутствие каких-то перспектив. И материально не тот уровень, который я бы хотел видеть в своей жизни. Поэтому я понял, что нужно как бы что-то менять. Я уходил один раз, не в ту сферу ушел,
где я стал зарабатывать еще меньше, вернулся, опять полетал, но надолго меня уже не хватило. Основная причина была это отсутствие развития и не такая оплата, как мне хотелось бы. А занимаюсь я сейчас, так сказать, вот такое словосочетание, как ушел с небес на землю, это про меня прямо вообще идеально сейчас подходит, потому что сейчас я работаю в ритуальной сфере. Угу. То есть я занимаюсь, да, организацией там, похорон, кремации и так далее. То есть помогаю людям организовать достойные похороны их родственников. Радикальная смена профессии. Ну да, да. То есть и первое, знаешь, на что я обратил внимание, когда я начал работать в ритуальной сфере, это то, что в моей жизни очень поменялись краски. Вот именно краски. Если раньше это были моря, океаны, пляжи, все очень красочно, ярко, классно, то сейчас это кладбище, крематории, морги. То есть краски абсолютно другие. Вот, но у меня есть возможность здесь развиваться, у меня есть возможность здесь зарабатывать. Поэтому я здесь, как бы я для себя такое решение принял. А давай теперь мы ответим на вопросы моих подписчиков, которые писали мне в Инстаграм. Сейчас прям пройдемся по списку и будем отвечать. Один из вопросов был, что означают звуковые сигналы в самолете. Цитирую, типа, что постоянно это пищит, как нам это понимать, типа, вы это понимаете, проводники, а мы нет, типа, что это значит, что там мы разобьемся или что, ну, то есть, что обозначают звуковые сигналы? Ну, начну с того, что звуковые сигналы, сигнал, да, это, в принципе, привлечение вашего внимания, то есть, для чего он звучит? Для того, чтобы кто-то обратил на него внимание. И кто-то этот, это может быть не именно пассажир. Не все эти сигналы, скажем так, для пассажира и для его понимания. Но это хорошо, что человек, который задал этот вопрос, он внимателен и он, скажем так, в теме. Я бы даже сказал, что большинство сигналов это для экипажа. Конечно. То есть это наши внутренние коммуникации, коммуникации пилотов, кабинного экипажа с летным экипажем. Да, и, конечно, каждый бортпроводник летного экипажа, например, и экипажа кабинного, они знают эту коммуникацию, это называется взаимодействие экипажа, как сказал Артём. То есть на летном языке это имеет смысл. Поэтому не все сигналы пассажиру стоит воспринимать на свой счет. Сигналы, которые стоит ему воспринимать, это те сигналы, о которых говорит ему бортпроводник. И слушая информацию бортпроводника, который, скажем так, вещает в салон, он должен быть во внимании. Да, то есть преимущественно это сигналы об изменении каких-то, например, фаз полета. Или о предупреждении о том, что сейчас там мы пойдем на снижение, например. Или о том, что мы уже набрали высоту и так далее. То есть мы знаем, какой сигнал что обозначает, но, к сожалению, всем мы не можем рассказывать направо-налево. Это наши внутренние коммуникации, и ничего страшного в них нет. Поехали дальше. Второй вопрос довольно-таки интересный. Как покурить в самолете? Ну, как вы, наверное, знаете, курить, к сожалению или к счастью, для кого как, на борту самолета запрещено. А как покурить? Скажу честно, бортпроводники умудряются курить, некоторые, кто курит, и делают это вполне успешно. Но, опять же, я не хвалю их за это, потому что, скажем, каждая сигарета, каждый окурок может стоить жизни. И жизни не только одного, двух, трех, неважно, людей, но и целого самолета, и это, поверьте, очень большие потери. Поэтому, резюмируя, покурить можно, но не нужно. Не нужно, и как это сделать, мы вам рассказывать не будем, потому что это против правил, и это запрещено делать на борту воздушного судна. Идем дальше.
Такой пикантный вопрос. В некоторых воздушных судах есть комната отдыха для экипажа. Угу. То есть, например, вот на длительных рейсах есть возможность у экипажа иногда отдохнуть. То есть, что представляет из себя эта комната отдыха? Это, ну, изолированное помещение, скажем так, где, ну, скажем так, полноценные одноместные кровати. Вот. И вопрос, собственно, следующий. Сдают ли бортпроводники за деньги эту комнату пассажирам для, скажем так, уединения, для любовных утех? Что ты думаешь по этому поводу? Как ты ответишь? Не знаю, меня очень повеселил этот вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить, потому что я с такой ситуацией не сталкивалась. Меня никто из пассажиров никогда не просил продать время уединения в этой комнате. Опять же, за всех отвечать не буду. Может, кто-то и, скажем так, предлагал или продавал данные услуги. Не знаю, ничего сказать не могу по этому поводу. От себя добавлю, что я знаю, раньше это процветало более часто, чем сейчас. Сейчас это реально редкость. На моем веку, скажем так, когда я летал лично, я с этим не сталкивался. Но историй слышал достаточно. Раньше, да. Сейчас как-то, мне кажется, уже, может быть, остались такие умельцы, но это прям редкость в нынешнее время. И хотела добавить, что касается данного вопроса, комната отдыха или туалетная комната, или там, я не знаю, что еще можно придумать, это полная антисанитария. Будьте, пожалуйста, разумны, и несмотря на то, что это, как вам кажется, некая романтика, приключения, не знаю, как это можно еще объяснить. Клуб десятитысячников. Но, наверное, не стоит. Как-то воздержитесь, будьте благоразумны. Поехали дальше. Часто ли экипаж сохраняет спокойствие в экстренных ситуациях? Отвечу так, это прямая обязанность экипажа – сохранять спокойствие, быть хладнокровным, стрессоустойчивым, не показывать свои эмоции абсолютно пассажиру. То есть даже если что-то случилось, пассажир не должен понимать по вашему лицу, по каким-либо трясущимся рукам или мокрым штанам. Да, не должен понимать, что вы чего-то боитесь, потому что вы тот самый человек, который должен его спасти. А если вы боитесь и не знаете, как быть в той или иной ситуации, ну, тогда пиши пропало, наверное. Поэтому ответ такой, да, часто экипаж должен всегда сохранять спокойствие. Но, опять же, все люди разные, человеческий фактор. Как бы я не любила это словосочетание, но люди зачастую не могут сдерживать своих эмоций, своего волнения, нервы, стресс, недосып, и все сказывается, и как-то становится заметно, что бортпроводник, например, некомпетентен. Следующий вопрос, на мой взгляд, немного риторический. Как научиться не бояться летать? Отвечу так, не бояться. Потому что, а что изменится от того, что вы боитесь? Кроме того, что вы потеряете свои нервы, и ваша нервная система станет более шаткой, и ничего от этого не изменится. Просто, наверное, как и в любой другой ситуации, страшной для вас, неожиданной, стоит посмотреть своему страху в глаза и летать еще больше. Не принимать при этом какие-либо снотворные, успокоительные, либо же вообще алкоголь. Это очень большая ошибка. Просто настройте себя. Вы сам себе хозяин. Вы должны быть другом себе. Настроить себя на то, что вы летите в отпуск, либо же вы летите по каким-то своим делам. И просто старайтесь быть спокойным. Следующий такой, скорее, не вопрос, а просьба. Просьба к бортпроводникам, типа, не врать пассажирам. То есть объясню на примере конкретном. Пассажир, один из вот моих подписчиков, боится летать, попросил успокоительное у бортпроводников. Бортпроводник принес ему стакан воды, сказал, там как бы лекарство я накапал, пейте. Вот, но там была просто вода.
и потом другие бортпроводники об этом сказали. Ну, здесь, как бы, да, человеческий фактор, то, что конкретно тот бортпроводник так сделал, он пытался, наверное, успокоить пассажира своим обманом, вот, но пассажир его раскусил и не получилось. По каким картам летают пилоты? По каким картам? Странный вопрос. Мне кажется, что каких-то карт. У них есть как бы штатная навигация в кабине пилотов. И согласно этой навигации, согласно там, аэронавигации, согласно связи с диспетчерами, так они и летают по координатам. Встречали ли НЛО на высоте? У меня не было. Я встречал разных персонажей на высоте, но в основном они были внутри самолета, как бы за пределами нет. НЛО не встречал тоже. А что за заборами в Австралии? Я, может быть, не понимаю вопроса, но не знаю, не могу дать, к сожалению, ответ. Солидарен. Что? Если там что-то есть, напишите в комментариях или расскажите нам. Если вы обладаете данной информацией, я не знаю. Следующий вопрос. Что скрывают в Антарктиде? Аналогичный вопрос. Пожалуйста, да, напишите в комментарии. На этом все. С вопросами закончено. И в целом, что такое работа бортпроводника? Мы сегодня постарались вам рассказать наиболее подробно. Если же все-таки вы считаете, что-то мы упустили, пишите об этом в комментариях. Если вы проводник или работник гражданской авиации, пишите свое мнение, что мы упустили, или, может быть, наоборот, сказали что-то лишнее, на ваш взгляд. А если вы обычные граждане, не связанные с авиацией, пишите, было ли вам это полезно видео, было ли оно вам интересно. Мы постарались быть с вами предельно честными и рассказать все в подробностях и в красках. Всем спасибо за просмотр. Безопасных полетов. Пока. Пока.